Thank you.
Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, всех поклонников хоккея приветствую, большой дистанционный привет всем передаю. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2010 года рождения, а именно группа А и две команды, которые у нас идут во второй половине таблицы этой группы. «Динамо юниор» и «СКА Серебряные львы». Для простоты буду «Серебряных львов» называть львами. Надеюсь, никто не обидится. У микрофона Миронов Иван. Команда, я неспроста сказал, что находится во второй половине турнирной таблицы. «Динамо юниор» занимает 9-ю строчку, «Серебряные львы» 10-ю. И обе команды последние свои матчи выиграли. Даже крайне, наверное, будет правильнее сказать, потому что мне уже пару раз прилетал. Надеюсь, что вас все-таки это слово не сильно зацепило. Вот, например, «Серебряные львы» у нас последний матч выиграли у «Гудгола» со счетом 6-2. В свою очередь, «Динамо юниор» расправились чуть поскромнее, 4-2 над «Динамо форвардом». И «Гудгол», и «Динамо форвард» тоже являются аутсайдерами группы, но они еще ни одного балла не набрали. У нас все-таки команда, которая уже хотя бы одну победу, да, одержали. Ну и вот оно, центральное вбрасывание, которое в итоге достается львам. Они в темно-синих майках играют, легко будет отличить. Ну и также ведь высовываются крики клюшек игроков, которым не терпится выйти. Хорошая передача на выход, 1-0. И сразу же первое у нас было рандеву с вратарем. Буквально 16 секунд прошло. Ну и очень быстро здесь получилось у игрока долететь до ворот соперника. И вот что-то время не сразу остановилось. Не могу и понять, все-таки у нас 15 секунд прошло или чуть больше. Все-таки 3 по 20, да, время чистое. Так что у нас с вами 2 часа хоккея детско-юношеского ожидают ребята Ю-15. Соответственно, у нас на площадке находится. Ну, давайте посмотрим за еще одной атакой северных... Серебряных, прошу прощения. Ну, Северные львы, кстати, тоже звучит, потому что как-никак северная столица-то, да, у нас.
Поэтому все равно тут, конечно, и оговорочка, и одновременно с этим практически по факту, да, я ведь и сказал. Но вот львы у нас, что, шайбы в итоге расстаются. Динамо юниор бежит вперед. Ну и там же бело-голубые шайбу теряют. Вдвоем там игроки пытались, конечно, достать эту шайбу. Так у них и не получилось до нее дотянуться. У серебряных львов тоже здесь все сорвалось. А так только должна была расцвести в зоне. И с шайбой все-таки игроки расстались. Но вот по левому краю получится пройти. Но против троих игроков это, конечно, очень тяжко. Не удивлен, что здесь игрок потерял шайбу. Плотная борьба. И я думаю, что у нас, в принципе, этот матч будет голевой. В принципе, потому что команды либо много пропускают, либо много забивают. И мне кажется, этот матч не будет исключением. Так что в ближайшие минуты, я думаю, мы с вами в этом в том числе убедимся. Ну, я ставлю на то, что в первом периоде шайбы точно будут. Вопрос, да, с чьей стороны в первую очередь они полетят. Пока серебряные львы выглядят увереннее, хотя бы потому, что они без помех практически входят в зону. Да, у них один раз была атака, которая не получилась сходу, а в остальном-то, в принципе, мне кажется, достаточно интересный хоккей команда показывает. Может быть, без опасных бросков, но угроза воротам, тем не менее, имеется. Приходится сжаться Динамо юниор. Ну и от этого у нас хоккей становится более плотным, более интересным. Ну вот буквально одна остановка была, и мы уже с вами практически 3 минуты играем. Кстати говоря, без свистка, и можно было 2 в 1 реализовывать этот выход. Неточная диагональ. Да и львы, если честно, тоже могли такой же эпизод создать. Они его лишились. Причем сами же себе отсекли эту возможность. Ну и команда, наверное, сейчас будет меняться, да, по крайней мере, я видел, что точечно и нападающие, и защитники сейчас уехали на скамейку запасных. Ну и напишите, пожалуйста, как звук, как картинка, все ли в порядке, чтобы, если что, заранее все настроить. Вот Алексей Андреев пишет: вперед, Динамо. Ну, значит, все слышно, все видно, и это там очень хорошо. Ну и вот, как только остановка будет, я думаю, прочитаю составы. Пока давайте не будем отвлекаться. У нас все внимание на площадку падения. Сейчас было в углу зоны Динамо юниор. Ну и темно-синие достаточно долго сейчас держали своего соперника. Опять же, относительно своих предыдущих атак. Ну и вновь настает время, когда нужно меняться и стратегически отдавать шайбу своему сопернику. Ну и также, что можно сказать про команды, да, с одинаковым счетом проиграл у нас Динамо юниор командам Петергоф и Красная машина со счетом 6-2. Ну и также неудачно стартовали против Динамо Джуниверс со счетом 7-1, тоже поражение. Ну, серебряных львов Северсталь, по-моему, Череповец — это единственная команда в группе, которая находится за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потому что есть команда, которая как раз в Ленинградской области играет. Вот это как раз-таки тоже, можно сказать, часть столичных коллективов. Поднята рука арбитра, отложенный штраф, который у нас фиксируется у игроков Динамо юниор, по всей видимости. И вот под небольшим конвоем, но уводят 17 номера команды. Или все-таки это у нас только скамейка запасных? Вот не очень я это понял. Ну, давайте пока у нас вот небольшая пауза, я все-таки воспользуюсь ей и представлю хотя бы... ну, продолжится игра, да, но я думаю, что никогда не смогу это сделать, как не сейчас, да. Быстренько пробежимся по составу серебряных львов. В воротах 33 номер Максим Меркушев и также Платон Гриньков, 81-й, также голкипер. В углу площадки завязалась борьба уже в углу серебряных львов. Они как раз-таки у нас
остались в меньшинстве. Немного меня ввел в заблуждение оператор, но думаю, что и он не до конца понял, у кого же все-таки отобрали пятого полевого. Отобрали его, как вы видите, у хозяев данной площадки. Идем дальше. Защитники: Дмитрий Викторов 11, Иван Филиппов 79, Давид Боднев 37, Савелий Ференцы 31, Богдан Баталов 39, Андрей Сорокин 61, Федор Пиманов 47, Тимофей Летчиков номер 7. Нападающий тоже быстренько пробежимся. Александр Бондаренко 26, Егор Логинов 22, Сергей Романовский номер 10, Ростислав Попов 83, бросок в ближний угол. Где у нас в итоге шайба? А шайбу как раз-таки фиксирует голкипер. И я вижу, что у нас там Платон Гринько располагается. 81 номер защищает ворота своей команды. Продолжаем дальше знакомиться с нападающими серебряных львов. У нас на очереди Николай Алексеев, номер 15. Цимо Мэн, 72. Артемий Прытков, 24. Антон Юрионас, 21. Давид Лакуев, 73-й, Султан Валеев 16-й, Ярослав Федоров 89-й, Алексей Ермолаев номер 78. Да, команду представили. Сейчас как раз-таки львы у нас убегают, чтобы как раз-таки, может быть, подковырнуть оборону Динамо Юниор, потому что в меньшинстве, конечно, это тяжело сделать, но тем не менее хотя бы засуетилась бригада большинства бело-голубых, потеряла строй. Здесь получается вновь войти в зону. А вот позиционка здесь в итоге подразумевается под всей этой атакой или нет? Вот не сразу, но тем не менее, все-таки гости завладевают шайбой, и на подправление была, скорее всего, эта передача. Еще один перехват, и вот надо прям чуть-чуть поднажать, и в итоге продавливает игрок львов. Бросок! Классный сейв голкипера Динамо Юниор. Причем очень спокойно эту шайбу забирает вратарь. Прям как будто знал, что именно туда она ему прилетит. Вот не знаю, у нас будет повтор или нет. Ну и правда, здесь получился классный выход. Еще раз отмечаю голкипера Динамо Юниор. Ну и давайте вот по составу этой команды пробежимся. Два голкипера заявлено. Данил Дактаев номер 9 и Георгий Ладыгин номер 35. Здесь надо будет вернуть того игрока, который сейчас уезжал у Динамо. Пятером команд находится. Видимо, все еще в большинстве играет этот коллектив. Ну и надо вот чуть побыстрее совершать смены. И, конечно, судьям это не нравится. Судьи будут вносить предупреждения, а после этого могут даже 2 минуты спокойно дать. В этом я вас уверяю. Защитники: Всеволод Кутовой номер 10, Тимофей Серков 11, Матвей Владимиров 14, Даниил Кузьмик номер 16, Дмитрий Яковлев номер 18, Денис Елисеев 28, Сергей Плугов 75. Нападающие: Максим Никифоров 13, Александр Меджидов 17, Тимур Терентьев номер 19, Амир Кардангушев 22, Александр Шарков 23, Егор Алексеев 27, Александр Андреевский 44, Матвей Ледовский 77, Ильдар Хамидулин 81, Артем Мус 87, Арсений Матюшонок 88, он же капитан команды, Роман Шибулдин 97, Артем Белоусов 98, тренер Дмитрий Витальевич Мамонов. Да, вот теперь точно все. Ну и мы с вами потихоньку приближаемся к середине первого периода. Здесь тоже бросок. И на месте у нас Гринько. Ну что ж, это большинство, в принципе, неплохо было у Динамо Юниор. В самом начале мы видели затяжную позиционку. Сейчас опять команда оттягивает со сменой. Но пока не третий период, чтобы вот как раз-таки делать такие долгие замены. Ну и вот вы видите, также параллельно идет матч у нас на корте в два раза меньше, который у нас под матч, наверное, 3-3 предполагается. Но я, к сожалению, не осведомлен, что там за матч происходит. Но крайне интересно, кстати, тоже говоря, посмотреть его будет и узнать, какой же там турнир, что там за матч.
А у нас еще один свисток. И еще одно удаление у хозяев. Даже нет, у гостей грубость. Все-таки я привык то, что у нас, когда судьи вот как раз в левую от нас сторону показывают, это удаление хозяев. Но, видимо, камера у нас с зеркальной стороны располагается, поэтому мы с вами будем полагать, да, что с левой стороны это у нас гости Динамо Юниор. И вот уже в большинстве будут играть серебряные львы. Давайте посмотрим за их попыткой. Здесь тоже шайбу получилось сразу выиграть со вбрасывания. Она уже ходит между крайними нападающими. И будет ли бросок? Нет. Еще один возврат. Но пока очень хорошее умение, да, передавать шайбу между собой демонстрируют игроки в темно-синей форме. Этого, конечно, не отнять, но все-таки не собачку, как на тренировке, отрабатывают. Надо все-таки и до броска дело доводить, а этого в итоге львы не сделали. Шайбу выбросили. Ну и там прозвучал свисток. Естественно, не проброс. Какой проброс? Это у нас большинство. Но это вот как раз с параллельной игры звуки доносятся. Я надеюсь, что они нас не будут вводить в заблуждение, потому что меня, если честно, они немного дестабилизируют. Приходится переключаться, но я надеюсь, что они никак все-таки не повлияют на наш матч. Ну и счет у нас до сих пор 0-0. Практически половина первого периода. Как раз-таки пошла 10-я минута. Вновь раскатываются серебряные львы. Мэн, передача в центр. Тоже классная обводка. Вот это было уже грубовато, конечно. Хотя после даже этого грубого силового приема игрок львов, мне показалось, что поехал, но все-таки упал. И, если честно, удар-то был прям в колено. Не хочется, да, так говорить, но очень велик риск травмы. Я надеюсь, что с этим игроком Северных Львов все будет в порядке, но пока не может подняться. Да, конечно, может быть очень сильный удар в бедро. Ну вот выходит сотрудник медицинской службы без всего. Удар коленом и до конца. И до конца отправляют игрока Динамо Юниор. Ну и правда, в противоход так нельзя действовать. И вот сейчас пытается поднять игрока, если он, да, а он не сможет опереться на ногу, то здесь может быть все, что угодно, от разрыва мениска, да, до крестообразных связок. Но здоровье, здоровье нападающему. Надо, конечно, избежать любых травм. И, конечно, будем надеяться, что все будет в порядке с данным нападающим. Я, конечно, сомневаюсь, что он у нас, в принципе, сможет продолжить игру после такого. Как минимум, надо отсидеться, да. Но при таком ударе это маловероятно, то, что получится сделать в ближайшие несколько минут. Ну и много я таких травм видел. Конечно, не хочется верить, что это у нас такой же случай. А у нас уже втроем остается Динамо. Сейчас вы видели 5 плюс 20, я так понимаю, за удар коленом выдали судьи. Поэтому у нас будет играть команда Северные Львы. Мало того, что сейчас в пятером против троих, так потом еще и больше двух минут в формате 5 на 4. Вот жалко, что время не отображается. Так бы, конечно, было поудобнее вычислять, кто когда появится. Но я думаю, что мои навыки зрительские тоже мне сыграют на руку, и я смогу вовремя вам подсказать. Но судя по тому, что вратарь у нас стучит клюшкой, значит, появится совсем скоро четвертый полевой. И вот он как раз-таки выкатывает у Динамо Юниор. Может получиться атака. Но вот он и силовой прием. Я так чувствую, что градус баталии у нас будет подниматься, потому что ребята из Львов начнут мстить за своего партнера. Но самое главное, чтобы это тоже не переходило вот эту красную линию. Хоккей должен оставаться хоккеем. Его нельзя смешивать ни с какими другими единоборствами, видами спорта. Да, мы любим этот великолепный олимпийский
вид спорта вот за то, какой он есть, с шайбой, с пятью полевыми с каждой стороны, с вратарями, со всеми правилами, которые имеются. 9,5 минут до конца первого периода. Шайба поднимается на защитника Львов. Возврат. Его здесь как раз-таки половину площадки проехал игрок. После этого силовой. И эту борьбу выиграл игрок Динамо Юниора. Он же шайбу выбил. Практично поступил. Сразу же поменялся. Ближние скамейки. Тем более здесь, конечно, меньшинство, наоборот, очень явно проще терпеть, нежели во втором периоде будет. Ну и до второго периода мы должны с вами дожить. Здесь вновь будет выход. В итоге это все придет к броску. И решил вот так вот отдать Гринько шайбу. Да, в принципе, логично, да? Команда играет в большинстве. Нет смысла останавливать игру в зоне и этот подарок предоставлять своему сопернику. Немного неточная передача. Дальше поехал Викторов. В итоге около борта лицевого он потерял равновесие. Сорокин. А можно ли войти в зону? Нет, не до конца здесь вышел партнер. Поэтому надо будет еще раз раскатиться. Ну и Динамо Юниор вновь ловит своего соперника. Ну, по ощущениям, как будто вот минута точно есть еще в запасе у Серебряных Львов на то, чтобы поиграть в большинстве. У динамовцев бригада меньшинства уже, по-моему, третья выходит на лед. И надо сказать, что уверенно нейтрализует все напасти, которые периодически надвигаются на их ворота. У Львов пока вот, мне кажется, просто им не везет. В средней зоне классно оттолкнулись, в зону вошли и как раз-таки расположились по своим местам. И здесь вновь у нас нужно просто ждать. Вновь будем с вами изучать геометрию этих передач, куда они дойдут, где пройдет пас, где нет. И еще одна на дальнюю штангу. Я так подозреваю, была передачка. Она не проходит. И вот сейчас я все-таки заметил, что в воротах у нас 35-й номер Георгий Ладыгин. У Динамо Юниор. У него после двух игр, в которых он принимал участие, 86% нейтрализации бросков. 12 шайб он пропустил за две игры. Да, это много, но и бросков было 98. Так что тут, конечно, залетает даже чуть больше, чем каждая девятая шайба. Так что это тоже хороший на самом-то деле показатель. Вновь Львы будут раскатываться. Передача в центр. Здесь все надежно. А вот дальше почему-то опять потерял равновесие 72-й номер. Вот этот Сима Мэн как раз-таки был. Ну и пока по первому периоду я бы сказал, что Львы не дожимают. Три попытки большинства у них в общей сложности было. Они до сих пор играют в большинстве. Вот все еще вчетвером находятся гости. Никак они не могут дождаться своего недостающего партнера. Ну и вот, кстати говоря, увидел я, что прям под сводами арены находится табло. Ну и там уже как раз-таки последняя минута истекает. Поэтому я думаю, совсем скоро мы с вами увидим пятого полевого. Ну и как раз-таки в полном составе Динамо Юниор играет. Динамовцы хочется отметить, да, при вот этом грубом эпизоде, который у нас выходит за рамки, в принципе, первого периода, очень хорошо оборонялись. Отдержали эту оборону, и я думаю, что будут они сейчас по-хорошему мстить своему сопернику за все те атаки, которые они не смогли реализовать, да, Серебряные Львы. Ну и ждем как раз-таки вот этого вбрасывания, которое
возможно, у нас многое определит, да, как раз-таки дальнейший вектор игры со стороны «Динамо Юниор». Ну, посмотрим. Вбрасывание остается за львами. Выход из зоны. Будет ли? Будет. Но при этом шайба все равно достается бело-голубым. Еще одна передача по борту. И это как раз помогает сейчас и львам вновь почувствовать шайбу в зоне у соперника. Но, конечно, проблемы, как оказалось, не только у львов в зоне атаки, но вот и у «Динамо Юниор» тоже есть определенные погрешности, которых команда не может избежать при своих атаках. Ну и они, в принципе-то, не так много времени провели впереди. Поэтому им, можно сказать, что простительно, да, вот то, что они сейчас неточные передачи делают, да, какой-то брак все равно присутствует впереди. Но я думаю, что это все дело времени. И вот здесь вот прям на грани фола действовал защитник львов. Прям еще чуть-чуть и могла быть подножка. Я прям видел, как еле держался на ногах игрок «Динамо Юниор». Ну и серебряные львы. Я видел, всей парой защиты поехала на смену. Вот как раз-таки вышел у нас 21 номер команды. Это Антон Юрионас. Ну, это нападающий, вновь Юрионас с шайбой. На хорошей скорости летит 21 номер. Ну и видно, что ребята пылкие, несутся как угорелые. Ну еще бы, да, с холодной головой были бы парни, и тогда вообще цены не было бы такому хоккею. Но вот все еще 0-0. Первый период, как оказалось, у нас пока не такой богатый. Не такой богатый вот именно на заброшенные шайбы. Ну и еще не вечер. Только полпятого. Так что все впереди. Верим в обе команды. В то, что у нас все-таки нули будут не до конца встречи. Хочется в это верить. И серебряные львы перехватывают бросок мимо. Юрионас опять его наносил. Но мимо ворот. В средней зоне перехват. Тут львы вновь с шайбой. Юрионас обыгрывает. Классно прошел защитников. И щелчок от синий. И шайба залетает. Шайба залетает. Причем, мне кажется, был небольшой рикошет. Не поверю я, что вот так вот легко шайба могла зайти в ворота Ладыгина. Он до этого и не такие голы ловил. Но вот здесь щелчок. И неужели все-таки над ловушкой? Даже над блином шайба прошла. Вот давайте смотреть. Вот здесь бам, щелчок. Да, я был прав. Шайба все-таки задела защитника «Динамо Юниор». Да, шайба задела как раз-таки защитника «Динамо Юниор». И я также сейчас неспроста замолчал. Надо было послушать обязательно, кто эту шайбу забросил. А забросил ее у нас вот. Да, как раз-таки 61 номер Андрей Сорокин. Да, именно Сорокин. Ну, серебряные львы, у них очень было много попыток. И, наверное, единственная претензия, которую я могу им предъявить, да, это почему так долго они все-таки пытались забросить эту шайбу, потому что три раза можно было это делать без особых усилий в большинстве, а здесь в формате 5 на 5, причем в не самом очевидном эпизоде эта шайба залетела. Но все хорошо, что хорошо кончается. А это положение вне игры. Кстати, у нас команды очень легко заходили в зону, как раз-таки без погрешностей. А вот здесь серебряные львы все-таки неудачно выбрали моменты для того, чтобы войти в зону. Просит судья немного отъехать крайних нападающих. Ну и тем самым
немного даже потревожило бдительность центральных нападающих, которые даже не сразу сыграли в шайбу. По крайней мере, Мэн здесь, мне кажется, растерялся на некоторое время, поэтому не смог сразу же эту шайбу достать для своей команды. Ну и Динамо Юниор забрасывает снаряд в зону. Они уже всей пятеркой как раз-таки туда заехали. На пятаке тоже есть партнер. И шайба доходит! И есть! Янист просто сакцентировал внимание, что на пятаке есть игрок. Его никто не накрывал. И это Тимур Терентьев. Пятый балл за 5 матчей. Стабильно минимум 1 очко за игру он набирает. Ну и классным броском чуть выше щитка он поражает ворот соперника. Вот еще раз смотрим. Здесь из-за ворот поехал у нас партнер. Ну и как раз-таки отдал эту шайбочку точно на крюк партнеру. Ну и как раз Терентьев-то у нас забросил, хотя, по-моему, Терентьева расценили как ассистента. Это очень странно, мне кажется, сейчас будет поправка. Ну и только в концовке стартового отрезка у нас команды разгорелись, разразились голами. Ну и классно, что мы с вами уйдем на первый перерыв не с сухими цифрами на табло. Ну и также мне интересно узнать судьбу того игрока, который у нас попал под раздачу. Как раз-таки еще в самом начале, да, игрок «Динамо» Юниор грубовато сыграл в колено нападающему «Серебряных львов». Ну и игрок в темно-синем джерси не смог самостоятельно подняться. Покинул он у нас площадку с сопровождением сотрудников медицинской службы. Ну и вот если есть те, кто обладает информацией, да, что же все-таки с хоккеистом, то напишите. Мне вот интересно, да, переживаю, все ли там в порядке со здоровьем этого игрока. У нас звучит свисток. И это еще не окончательный свисток первого периода. Команды лишь отправились на скамейки запасных, чтобы выпустить новые звенья на 14 секунд. Да, я вот могу понять, конечно, Динамо Юниор, которые сейчас будут в зоне у соперника. Вот здесь есть смысл вытаскивать лучших ребят из закромов. Но то, что еще и серебряные львы поменялись, ну, может быть, просто вот по смене. А вот оно для чего. И на последней секунде забивают серебряные львы. И вот, оказывается, зачем нужно было меняться. Вот зачем эти замены на последних секундах. Ну и бросок прям идеальный по исполнению. И, по-моему, это у нас был... Вот кто, интересно? Мне показалось, что 79-й номер Иван Филиппов, но насколько это правдоподобно, я, наверное, вам скажу уже после первого перерыва, потому что у нас команда отправляется в свои раздевалки. Ну и мы с вами тоже давайте отдохнем после первого периода. 2-1, серебряные львы впереди.
Подключаемся, дорогие друзья. Второй период между командами «Северные львы» и «Динамо юниор» у нас вот-вот начнется. Напомню хронологию событий. У нас «Серебряные львы», прошу прощения, забросили первыми. Забросили не сразу. У нас только под концовку первые 20 минутки шайбы полетели. И сначала отличился Андрей Сорокин, 61 номер. Потом все-таки «Динамо юниор» счет сравнял. Тимур Терентьев, номер 19, отметился заброшенной шайбой. Ну и также на последней секунде у нас гол на счету Ростислава Попова, номера 83-го. И вот таким макаром хозяева у нас лидируют с преимуществом буквально в одну шайбу. Было три попытки большинства подряд у «Серебряных львов» на протяжении предыдущего периода. Ни одну из них реализовать не получилось. Мало того, было тоже неприятное столкновение с игроком Львов. Игрок вот Львов как раз-таки не смог после этого самостоятельно подняться. Пришлось тут прибегать к дополнительной помощи. Ну и пока так и ни слух, ни духу про этого хоккеиста. Но мы с вами продолжаем. Продолжаем смотреть хоккей. Шайба доходит здесь без проброса. Все чистенько. Динамовцы под ворота шайбу отдают. Здесь пошла позиционка. В меньшинстве играют «Серебряные львы». Бросок. Тут же силовая борьба. Много-много контакта по поводу и без. И получается протолкнуть шайбу. Атака 2 в 1. Давайте смотреть за розыгрышем. Еще одна. И бросок в ближний. Хороший сейв. Здесь прям без каких-либо тоже лишних движений Ладыгин смог поймать. Уверенный голкипер по 35 номерам. Однако две шайбы он все-таки пропустил. Все да не все словил. В полном составе вот сейчас у нас играют львы. Перехват. Шайба все еще в зоне хозяев. Никак они не могут выйти. Здесь начали путать своего соперника. В итоге сами чуть не попали в эти сети. Ну и шайба еле-еле проскочила между партнерами. Динамовцы тоже не смогли здесь спокойно зайти в зону. Тем не менее, вот у них получилось шайбу доставить аж практически до ворот. Ну и кто-то там, я видел, клюшку успел потерять. И вновь атака 2 в 1. Бросок! Непонятно, в итоге шайба попала в створ или нет. Но суть потому, что сразу раздался звук борта. Я подозреваю, что этот бросок пролетел мимо. Ну и в первом периоде я отмечал всю плотность, всю энергичность хоккея, который мы наблюдали в начале. Ну и надеюсь на такое же продолжение во втором периоде. По крайней мере, вот первый отрезок, да, опять в 3 минуты без остановок сейчас оба коллектива выдали. Ну и будет удаление. Удаление у «Динамо юниор». Команда вновь лишается пятого полевого. Хотя нет. Вот опять же, тут тяжеловато иногда определить, какого игрока удаляют. И у нас в меньшинстве вновь «Серебряные львы». Да, они у нас играли в начале второго периода вчетвером. Вот сейчас вновь они будут в меньшинстве отбиваться. По борту запускает игрок в бело-голубой майке эту шайбу. До партнера-то она дошла, но вот потом надо еще за нее побороться. Здесь судьи ничего не сказали в пользу этого падения. Тем не менее, борьба тоже цепкая сейчас от львов. Достаточно высоко играют. И вот у Егора Логинова достаточно много энергии. Все он ее тратит на то, чтобы в нападении совершить этот отбор. И вот как раз-таки также он подстрекнул своими действиями и Романовского, который приехал, ему помог. Они на двоих эту шайбу отобрали.
Ну и сейчас надо также дружно возвращаться обратно, потому что динамовцы вновь у нас встали с шайбой в зоне. Еще один перевод на противоположную сторону и наброс от синей линии, но тут достаточно легко. И его у нас выполнял этот наброс Сергей Плугов. Он же у нас останется на площадке. Все поменялись, кроме него. В пару с ним также встал 94-й номер. Вот его, к сожалению, в заявочке я почему-то не нашел. Ну да ладно, ничего страшного. Все еще в большинстве у нас динамовцы. Давайте смотреть, как опять они будут разыгрывать эту шайбу. Запустили по борту в углу площадки. Сейчас непонятно, ее там зажал. И игрок Львов удерживает. Но долго он все равно это сделать не сможет. Здесь как раз свои же партнеры подъехали, помогли. Но вот то ли сил не хватает, то ли и правда вот из-за того, что вчетвером здесь не успел подъехать игрок. И в полном составе Серебряные Львы. Как раз-таки вышел пятый полевой. Это у нас был, к слову, автор первой заброшенной шайбы. Да, 61 номер Андрей Сорокин. Динамовцы отбирают снаряд в собственной зоне. Надо раскатиться, но уже персонально взяли всех игроков, всех. А вот этого упустили. И еще один бросок с разворота. Вот это выглядело крайне опасно. И это у нас 19 номер Терентьев. У него 3 плюс 2 по системе гол плюс пас по истечению. Ну, еще не по истечению, да. Но вот за эти 5 неполных матчей вместе с сегодняшним. Хорошая статистика, самая лучшая на данный момент в составе своей команды. Еще один силовой, классный, прижали к борту. И как раз таки помогло это сейчас динамовцам шайбу отобрать. Но пока Толи, наверное, не видит, с какой стороны лучше раскатываться в гости. Толи, может быть, и правда силы закончились на вот эти постоянные монотонные атаки. Потому что движения было очень мало. Из-за этого, собственно, сейчас команда и потеряла шайбу. Пришлось ее вновь возвращать себе в средней зоне. Через средние идут Серебряные Львы. Ну и здесь всей на линии обороны встретили игрока в темной форме. Ему явно здесь были не рады. Бросок с острого угла. Здесь получилось отбить. Шайба, тем не менее, выскочила. Гринько ее не зафиксировал сразу. Вновь динамовцы. Здесь игра высоко поднятая. В теории могла быть остановка. Но шайбы коснулись Львы. И еще один проход. В итоге срубает 22 номера Динамо. И еще наброс. Шайба мелькнула перед воротами. Сразу улетела за лицевую. Так еще и на пятак тоже внезапно вылетела. И падение. Последнее касание было у Матвея Владимирова. Но я сомневаюсь, что его сейчас удалят. Как будто из хоккеистов опять Серебряных Львов. Будут на 2 минуты. Посмотрим. Но судя по тому, что вбрасывание будет в зоне Динамо, все-таки динамовцев будет четверо. Но вот опять же могу лишь сказать, что у гостей будет меньшинство. Как видите, они вчетвером выкатывают на площадку. И это вбрасывание достается, к слову, динамовцам. Можно убежать примерно так же, как это сделал на последних секундах Попов. Ну, Попов прям, мне кажется, идеальный по всем параметрам был гол. Попадание четкое. Так еще и на последней секунде. Вообще, мне кажется, запоминающееся, в принципе, событие в этом матче. И сама шайба тоже, мне кажется, надолго запомнится ее автора.
Вновь серебряные львы раскатились. Проблем со входом в зону у них не наблюдалось. Вот до этого момента, когда прозвучал свисток и было положение вне игры. Эта бригада большинства у нас отыграла чуть больше 45 секунд. На точке у нас вновь 72 номер Циму Мэн. Он шайбу для своей команды выиграл. И сразу же СКА Серебряные Львы восстановились в зоне. Очень много они передачи делали в первых своих играх в численном преимуществе. Из-за этого не уделяли должного внимания броскам. Ну и казалось, что не такая уж интересная на самом деле игра этой команды. В большинстве, я думаю, что в перерыве-то уж тренер должен был сказать, да, что, ребят, надо больше бросать. Создавать команда создает. Но вот бросков и правда немного. Так, полностью раскат. Четверо из своей зоны стартовали. Один ждал на синей линии. В принципе, логично, да, чтобы, если что, отдать на рыбака. Еще одна передача. Вот такой треугольник получился расчертить. И в воздухе хотел эту шайбу срезать нападающий Львов. Сделать ему это не позволили. Еще одна подкидочка. И Гринько там стучит клюшкой, сигнализируя, что вот-вот появится пятый полевой. Так оно и происходит. Диктор сейчас как раз-таки нам об этом тоже подсказывает. Но, если честно, вот мне не очень понятно, за что был удален в этом случае 81 номер команды. Как раз Хамидуллин у нас на площадке-то и появился. Ну и вот он помог команде разве что сейчас отобороняться. Вот и вся его миссия, которая только что была за эти короткие 20 секунд игры. Продолжает у нас тикать таймер. Здесь судья просит вытащить майку у защитника Львов. Да, все-таки номер должен быть виден. За этим очень тщательно следят. И еще один бросок, после которого уже выручает Ладыгин. 35-й номер также располагается в воротах динамовцев. Вбрасывание за Львами, но едва не прорвал здесь игроков соперника. Да, нападающий бело-голубых. А хотя вру, дорогие друзья, вот ведь у нас Хамидуллин-то остался на площадке. И сейчас как раз-таки он мог убежать 1 в 0. В полном составе у нас и те, и другие, если кто забыл. Да, у динамовцев уже играют в пятером. Не путайтесь. Это был, по всей видимости, проброс, поэтому вбрасывание у нас назначается в зоне Серебряных Львов. Вот, вижу трибуны, да, немногочисленное количество болельщиков, но я также видел краешком глаза, что они как раз-таки располагаются на том же уровне, где и стоит сейчас камера. Так что там тоже зрители, родители, да, друзья, родственники, они располагаются также еще и на трибунах, которые находятся вот на уровне, можно сказать, балкона этой арены. Ну и вижу, что на трансляции тоже достаточно болельщиков, которые поддерживают обе команды. Мне кажется, на трансляции даже будет побольше, нежели тех, кто приехал очно поддержать ребят. По крайней мере, вот по моим ощущениям. 9,5 минут до конца второго периода. Борьба в зоне Львов. Очень внимательно Гринько здесь смотрел в угол площадки. И вот сейчас вновь выцепил эпизод. Сразу же шайбу обратно вернул на лед. И будет еще перехват. Крайне тяжело выйти из собственной зоны. Динамовцы какие капканы только не ставят на пути своему сопернику, чтобы он не так быстро вышел из зоны.
Вновь здесь работа бело-голубых. В центре площадки они тоже, пускай не так четко шайбу между собой перекидывали, но тем не менее довели ее до ворот соперника. Выбрасывание будет в зоне хозяев. Шайба за лицевой линией ворот Серебряных Львов. Вновь она туда отправляется. Ну и по борту. Классный выход из зоны. Да. Немного не точно. Но тем не менее, с грехом пополам. Сейчас Серебряные Львы вновь в зоне у соперника. Ну и равное количество атак, вот как по мне, да, несмотря на то, что дважды динамовцы играли в большинстве в начале этого второго периода. Если честно, ощущение то, что обе команды у нас примерно на одном уровне играют. Ну вот сейчас передача и выход 1 в 0 и бросок. Даже камера затряслась от того напряжения, которое у нас было. Я прям даже слышал от болельщиков команды «Динамо Юниор». И, по-моему, все-таки убегал 81 номер Ильдар Хамидуллин. Ну и без нарушения тоже не обошлось. Это, кстати говоря, штрафной бросок. Очень было это похоже, да, как минимум на 2 минуты, а здесь Хамидуллин получает вовсе право выполнить буллит. Давайте смотреть за попыткой этого молодого нападающего. И бросок низом. Нет. Из этой дуэли победителем выходит Платон Гринько, и 81 номер, потирая ручки. И здесь, я думаю, что через шлем, да, улыбается. Ну и партнеры благодарят его за это спасение, которое могло перевернуть ход встречи вот как раз-таки во втором периоде. Но не тут-то было. Гринько на месте. Ну и пока у нас так и не залетало ни одной шайбы во втором периоде. Еще раз динамовцы перехватывают. Вот какая у них будет на это психологическая реакция, да? Сдадутся, примут это как должное, да, то, что шайба не летит в ворота, или все-таки удвоят хватку. Здесь очень многое зависит от характера коллектива, да, и опять же, дальше будут очень тяжелые соперники. Хороший сейчас был тоже бросок, но, правда, мимо ворот. Дальше будут очень сильные соперники, и красная машина, ну, красная машина «Юниор», с ней уже ребята играли. Вот, в частности, динамовцы. Ну и также кто? Армия СКА, например, да, СКА, тоже варяги, можно их расценить как команду, которая все-таки тоже может создать трудности. А так что расслабляться не стоит, надо набирать очки максимально здесь и сейчас. И еще бросок с острого угла, но вот тут прям нужна была передачка, потому что все уже забетонировал Гринько. И надо было, конечно, пользоваться помощью партнеров, которые как раз-таки там вблизи располагались. Кардандушева зажали около борта, и пытался он там из-под ног эту шайбу достать. В итоге ее достали быстрее игроки Серебряных Львов, и тут даже помог, мне кажется, судья этой шайбы выйти из зоны. Ну, а у нас самый, наверное, активный в составе Серебряных Львов — это Антон Юрионос. Он ни одной шайбы еще не забросил, но при этом вот я его частенько вижу на острие атаки. Блокировка. И вот у кого? Давайте смотреть. Брасывание в зоне Серебряных Львов, ну, соответственно, несложно понять, да, что именно у них и будет удаление.
Да, вчетвером команда будет. И, соответственно, последние 5 минут этого периода и добивание. Там, видимо, не сразу Гринько эту шайбу зафиксировал. Здесь надо было тоже аккуратно играть. Рядовой зацеп мог оказаться двухминутным штрафом. И вновь серебряные львы с шайбой. С неудобной руки передачи. И, тем не менее, получается обокрасть соперника. В итоге Логинов практически всю зону обкатил. Но с шайбой таки расстался. Еще один раскат от динамовцев. В зону вошли, но пока безуспешно. Шайба не хочет держаться. Вот здесь бросок у Гринько. Посмотрел за спину. А шайба отлетает от заградительной сетки. Видимо, там был рикошет, после которого она как раз-таки ушла выше перекладины. И какие цифры красивые на табло. А 4-44. Загадывайте желание, если верите в чудеса. Вбрасывание за динамовцами. Ну и вот, наверное, только в этом случае оно им дает какое-то преимущество, потому что до этого как бы бело-голубые не старались на точке, им это ощутимых каких-то результатов не приносило. Впереди пока единственное подспорье – это точные передачи, а их не так много. Вышел из зоны и в итоге по борту послал шайбу Ладыгин. Послал не так сильно, поэтому пришлось повозиться также около борта. Вновь Ладыгин в игре. Я вижу, что в полном составе у нас... Нет, еще не в полном, все-таки серебряные львы. Ну, дерзко они пошли сейчас втроем в отбор. Вот это меня, пожалуй, и смутило, то, что как раз понадеялись они на то, что смогут сразу шайбу отобрать. Этого не получилось сделать. Ну и при этом в оборонке они немногое потеряли. Еще одна передача под лицевую. Львы выбрасывают по борту. Ну и на этом, мне кажется, закончится как раз-таки это давление со стороны «Динамо». Хотя по инерции еще одна атака. 4 в 2. Надо разыгрывать. Бросок Гринько. Дальним своим щитком отражает. И можно сейчас также сходу атаку сотворить. Но опять же, не хватает точности серебряным львам. Еще один бросок с острова. 6 полевых у серебряных львов. Даже так. Я-то думал, что как раз у динамовцев за задержку клюшкой будет удаление, а тут лишний игрок появился на площадке, и как раз судья, который был около скамейки хозяев, это быстро зафиксировал, обломал всю атаку как раз-таки на самом интересном моменте. Ну и вновь большинство. Динамовцы только 2 минуты отыграли, но пока у нас ни одна команда в формате 5 на 4 не забрасывала. Это, наверное, самое грустное за сегодняшнюю встречу. Хотелось бы все-таки шайбы в формате 5 на 4 тоже видеть. Но, повторюсь, ни те, ни другие еще у нас не отличались в этих усеченных форматах. Под щелчок замахнулся 14 номер. Здесь не получилось принять. И шайба, тем не менее, все еще у динамовцев. Но может получиться атака. Давайте смотреть, чем она завершится. Подкидочка на дальнюю. Прям чуть-чуть не дотянулся игрок. А здесь в касании. И Романовский оказался перед воротами. Здесь откатывается. А ведь все началось с простого прохода Егора Логинова. Еще бросок. Шайба отскакивает от лицевого. И Гринько накладывает свой блин. Решает остановить матч. И на самом деле эта пауза нужна была в первую очередь команде, которая начала суетиться. Которая не полностью вернулась в свою зону. Ну и как раз надо было сделать сменку. И эту сменку очень
удачно и искусственно организовал свой же вратарь. Вновь шайба забрасывается в зону. Симмен борется за нее. Правда, потерял на полпути, но прыжков на пятак. И Мэн в касание тоже бросал. Меджидов запускает по борту. И еще раз шайба вылетает. Надо удержать. И динамовцы это делают. Полдела, можно сказать, что бело-голубые сейчас как раз-таки сделали. Прошу прощения за тавтологию. Дальше по борту. Ух, какое коварное стекло. Шайба вылетает, и надо отработать защитнику в полном составе «Серебряные львы». Да, сейчас выбежал Романовский. А вот Романовский-то у нас как раз вроде бы как раз четвертый был полевой. Ну да ладно. В любом случае, вот сейчас диктор точно мне подсказал, что в полном составе команды «Серебряные львы». Еще один перехват и достаточно габаритный. 37 номер, это защитник Давид Боднев. Выбросил шайбу. Ну и неужели так мы во второй 20 минутке и не получим никакого вознаграждения, ни голов, ни каких-то обостряющих моментов не будет. Да? Даже попадания в штангу или перекладину у нас не было. Ну и вот здесь на выходе ошибается у нас нападающий Сергей Пугов. Он неудачно вышел, а это даже, кстати, защитник. И толчок клюшкой. У кого, правда? Хотелось бы выяснить. Судья очень внимательно следит за этим игроком. А мы с вами внимательно следим за тем, где же будет выбрасывание. И, по всей видимости, в зоне «Серебряных львов». И вот второй период они по дисциплине просто в пух и прах проигрывают. Четвертое удаление за эту 20-минутку. Ну и динамовцы, мне кажется, поравнялись по показателю игры в формате 5 на 4. Ну, может быть, конечно, на одну буквально попытку больше у бело-голубых. Но, однако, заканчивается второй период. Основная часть большинства у нас переносится на третий период и уходим на еще один большой перерыв.
Возвращаемся, дорогие друзья. Этот перерыв у нас покороче, заливки не предусмотрено. Третий период сразу же начинается. Все так же 2-1. Все три шайбы были заброшены в концовке первого периода. Напомню, что у нас Сорокин, Попов отличились у Серебряных Львов. И Терентьев забросил шайбу со стороны Динамо. Но второй период даже, мне кажется, слегка замылил наше представление о том хоккее, который был в начале встречи. Да, он, во-первых, было 4 попытки большинства у «Динамо» юниора. Все они оказались не такие мощные, как мы предполагали. Все-таки хочется видеть, опять же, более острые броски. Но вот сейчас, может быть, добивание. «Динамовцы» как раз откликнулись на мои мольбы по поводу, да, остроты атак. И вот сейчас, нет, выходом 1 в 0 это не назовешь. А вот передачу-то почему здесь не выдал партнер? Вот здесь, конечно, большие вопросы. Бондаренко хотел сам завершить этот эпизод. И бросок вот здесь уже с Бондаренко поделились шайбой. И этот Сима Мэн как раз-таки отработал. Отдал на своего одноклубника. Здесь надо было, конечно, поаккуратнее вот такие вот подкидочки делать. Тем не менее, Боднев-то все равно смог принять эту шайбу. И уже более уверенную передачу отдал на своего партнера. Да, ну и давайте немного пофантазируем, что будет, если у нас одна из команд выиграет. Да, вот, например, если «Динамо юниор» у нас заберет 2 балла, то они у нас в случае победы смогут подняться как минимум на 6-ю строчку. Да, ну и скорее всего они у нас даже окажутся на 7-й, потому что у команды очень сильный минус. Минус 12 шайб. Поэтому я не думаю, что ребята еще 10 голов по ходу третьего периода забросят, да, но это, опять же, лично мое представление. Скаль, Серебряные Львы в случае победы аналогичным образом смогут максимум вот на 7-ю строчку, да, потеснить команду СКА. Ну, вот такие быстрые рассуждения. Если честно, я думал, что там будет все-таки чуть более все интереснее в плане голов. Но у нас еще одно нарушение зафиксировано. Причем непонятно, это обоюдное у нас удаление или все-таки с одной стороны. Да, со стороны динамовцев. Еще в самом начале мы с вами определили, да, что было именно с левой стороны у нас команда «Динамо» юниор, по мнению арбитров, да, поэтому, когда судьи показывают в левую сторону, то мы сразу же с вами понимаем, что именно у гостей будет удаление, и, собственно, так оно и происходит. Львы получают большинство спустя период. Может быть, даже что-то сейчас они и поменяют в своей игре. Но навряд ли, потому что все так же у них прочно шайба ходит от одного игрока до другого. И, наверное, только вот в формате 5 на 4 мы видим более целостную игру команды. Как раз когда нету лишнего хоккеиста, который мозолит игру, который не дает так просто раскатиться. Здесь уже попроще. Но, тем не менее, дотянется. Нет, все-таки Кутовой не сможет убежать. Хотя попытка неплохая. На синей линии подкараулил. И бросок в дальний. На месте Ладыгин. Ну и сразу же, не дожидаясь своих партнеров, защитники Северных Львов доставили шайбу в зону. Но здесь было положение вне игры. Причем вроде бы даже со скамейки запасных выскочили двое нападающих. И мне казалось, что они уж точно не успеют раньше времени в зону войти. Однако это оказалось не так. Ну и 3,5 минуты, уже даже 3.40 мы отыграли в третьем периоде. Пошло движение у Львов, и бросок. На пятаке создавался трафик. Еще одна передача неточная, тем не менее, Викторов у нас с шайбой.
отдал партнеру, вернули. И оценили не наброс. Сегодня такие голы залетали. И вот как раз-таки еще в самом начале Сорокин с этой же точки отличился, с которой сейчас бросал Дмитрий Викторов. Но в этот раз уже Ладыгин видел момент броска. Там уже даже свой защитник не помешал. Вновь Викторов отдает на ближайшего партнера. Шайба пролетела половину пути, где-то в середине застряла. Подсказывает Гринько, что все, закончилось большинство. Ну и это, кстати, очень важно. Я уже отмечал, что табло находится под сводами арены. На него крайне тяжело в динамике смотреть. Поэтому вот надо ориентироваться на ощущения, на то, что происходит, да, по звукам, в том числе на площадке. И вратарь у нас является вот таким очень важным индикатором в эти моменты. Здесь передача проходит. И, тем не менее, бросок, после которого игрока «Динамо Юниор» пытается вытолкнуть. Здесь у нас пошла беседа на повышенных тонах. Ну, недолго, в принципе, здесь Викторов общался со своим соперником. Быстренько ему объяснил, что к чему, и поехал на смену. Хороший временной промежуток сейчас провел этот игрок обороны. В принципе, вот я бы его, наверное, выделил в смене в большинстве, да, у «Серебряных львов». Юрионас сам себе на ход прокинул. Его сразу же вычислили в этих намерениях. Еще одна передача. На Ференце. Забрасывал тоже партнеру через борт, чтобы сократить расстояние. Борьба уже около лицевого борта львов. Напряженно Гринько. И вот здесь как раз-таки шайба появляется на пятаке. И в полном шпагате 81 номер вытаскивает эту шайбу. Еще наброс. И с неудобной руки бросок. Очень эмоционально здесь реагируют болельщики. И без клюшки сейчас находился как раз-таки... кто это был? Наверное, тоже Савелий Ференци. И как раз-таки всем своим телом он принял эту шайбу и бросок. А добивание в итоге не получилось реализовать у «Серебряных львов». Ну и какие же две мощные атаки мы сейчас с вами увидели. Львы могли наказывать. Но опять же, вот именно атаки 3 в 2, они крайне тяжело идут. Что у львов, что у «Динамо». Не знаю, с чем это связано. Вроде как наоборот. Должны чувствовать больше уверенности игроки. Но происходит обратное. Сильный выброс из зоны. Динамовцы меняются. А тут, кстати говоря, не будет проброса. Львы заходят в зону. С неудобной руки дальше посылает эту шайбочку Сорокин. И наброс от синий. Среагировал Ладыгин. И вот эта передача прошла. И один против двоих у нас остался нападающий. Здесь прошел раз. Передача на пятак, она не доходит. Это у нас Александр Шарков пробовал свои силы в нападении. Но я так чувствую, что дальше он не скоро появится на вершине, потому что потратил приличное количество сил. Сейчас надо это уже отработать в обороне. И вот это уже у нас проброс. Но вот я не очень понял, а почему в предыдущем эпизоде, кстати, его не было, потому что шайба прошла всю площадку. Ну а вот сейчас судьи все-таки зафиксировали этот момент. 12:02 я все-таки вижу на табло. Мой зоркий глаз меня не подводит.
Шайба качается по зоне серебряных львов. Все никак не может выйти. Вот сейчас все-таки находит путь. И с разворота Викторов укрывает шайбу. Дает точно на клюшку Мэну. А тот касание бросал. И вот между четверых игроков шайба как-то покинула зону. Хотя в теории не должна была этого сделать. И все-таки более интереснее пока играет у нас в третьем периоде именно команда СКА «Серебряные львы». Думаю, со мной никто не будет спорить. Динамовцы изредка лишь отвечают такими же атаками, но их не хватает. И зашел в зону. Я отдал передачку своему партнеру 21 номера Юрий Унас. Ну, динамовцы в центр. Ну вот в одну сторону ехал игрок, а передача была за спину, поэтому не получилось состыковаться. Здесь вновь надежно играют защитники Динамо. Еще один проход и маленький, но юркий Меджидов. Дошел до ворот, бросился неудобный. Здесь еще и об Гринько споткнулся. Ну и вот видим, что сейчас говорит он Меджидов вместе с судьей. Ну, тот ему быстренько объяснил ситуацию, да, то, что... Ну, прям видно даже, что раскачивал корпусом. Видимо, что-то вот про... То, что сам, наверное, не удержался Меджидов на ногах, да, то, что надо было более стойко находиться на коньках. Давят львы. И в итоге в средней зоне добивается того, что шайбу в итоге забирают под свой контроль. Но вот очень много у нас перехватов именно в центре площадки происходит. Это вот именно вот та серая зона, в которой у нас происходят отборы. Причем и с той, и с другой стороны их примерно одинаковое количество. Еще один заброс по борту. Ну вот, защитник сделал свое дело. Как бы шайбу по борту отправил и сразу же поехал на смену. Ну, благо, что вышел более свежий игрок и бросок ближний. И с поднятой клюшкой здесь уезжал Ледовских. Однако Гринько эту шайбу поймал. Рано было праздновать. Ну, опять же, по реакции 77-го номера сначала показалось, что все-таки шайба побывала в воротах. Но это... Не так. Еще бросок. С дальней дистанции. Раскатываются львы. Мэн на вершинку и бросок. Ну вот здесь, мне кажется, он не получается сейчас у нападающего в темной синей майке. Прям видно было, как чуть-чуть шайба встала на ребро. И из-за этого как раз-таки кистевой не получился в первоначальном виде. И можно выйти 1-0. Игрок Динамо попадает в штангу. И здесь тоже поднимает руки арбитр. Ворота были сдвинуты. Бросок наносился уже после свистка, поэтому шайбу никак не засчитали, даже если бы она залетела в проекции ворот. Но вот жалко, что нету повтора, только во время голов. Ну, опасно было здесь, и Гринько досталось. Но с 81-м номером львов все в порядке. Он на ногах, в принципе-то, сам по себе тоже габаритный парень, надо сказать. Поэтому за него беспокоиться не стоит. Ну,
Ну и вбрасывание будет на синей линии львов. Положение вне игры. Судья подзывает всех действующих лиц. Остается дождаться только центрального «Динамо», и можно продолжать. Как раз-таки туда у нас только что подъехал Лакуев. Ну вот, кстати, достаточно высокий для своего возраста Гринько. 172 сантиметра рост. Ну и легенький, на самом деле, 60 килограмм всего. Динамовцы по борту выводят. Ну и серебряные львы очень быстро поменяли вектор направления шайбы в средней зоне. Ну и вот что толку в этом изменении игры, да, если не получается зацепиться в зоне. Очень много, как мне кажется, опять же, да, команды тратят силы на то, чтобы вот выйти из зоны, обратно закатиться. Вот согласитесь, да, что у нас из-за этого хоккей даже начинает чуть-чуть становиться скучным. Как раз таки из-за того, что много вот таких моментов, где-то мусорных даже. Вот есть термин, да, как мусорная шайба, а здесь, ну, мусорные моменты, потому что их можно избежать. Ну вот вновь серебряные львы сталкиваются с опасностью выхода из зоны. И сейчас все-таки они смогли доставить шайбу до нападающего. Ну и то это было, опять же, ненадолго. Вновь защитники ошибаются, а динамовцы пошли в прессинг. Причем всей тройкой нападения. И это даже у нас задержка времени игры. Да, задержка времени игры, хотя был у нас еще в первом периоде, я помню, эпизод, когда игрок Львов также шайбу в воздухе поймал, обратно ее вернул. Но здесь, наверное, вот прям на секундочку позже это сделал игрок Динамо, поэтому 2 минуты здесь незамедлительно выписали данному хоккеисту. Ну вот кому, я вам, к сожалению, не подскажу. И щелчок от синей линии, подправление. Увидели мы, как содрогнулась заградительная сетка. В 2 раза выше шайба полетела. Ну и сегодня, к слову, питерская эта команда тоже в рамках континентальной хоккейной лиги играет против Автомобилиста. Вот на данный момент я смотрю, в первом периоде счет 1-1. Тоже все не так однозначно, как мы с вами могли подумать. Серебряные львы контролируют шайбу. 2-я попытка их большинства. Ну и сколько уже можно давать шансов обеим командам на то, чтобы в формате 5-4 забить. Когда это должно закончиться? Викторов вот вовремя оглянулся. Как раз в этот момент его соперник настигал. И нужно было расставаться с шайбой, что и сделал 11 номер. Еще один наброс. Шайба заметалась на пятаке и поборолся за нее Логинов. Но тут же его выталкивают. Партнер вступается. Там у нас замешан также Ростислав Попов. Ну и сейчас судья прям очень грозно смотрит на Логинова. Но здесь не надо друг друга провоцировать. А то можно тоже лишние 2 минуты получить. Потом перед всей командой не расплатишься, если пропустят.
Но вновь получилось завладеть шайбой. 4,5 минуты до конца встречи. Пока преимущество северных львов, но они держат это преимущество уже практически два периода. Ну и настают самые тяжелые минуты. Пока, конечно, в большинстве. Это проще. А вот здесь отскок. Нет, просто и не получится. У Бондаренко правый хват. Вот если бы был левый, мне кажется, он бы рискнул и даже с такого острого угла попытался бросить. В полном составе динамовцы. Как раз-таки ворвался в всю эту суматоху 44-й номер Андреевский. И двойное падение бело-голубых. На ком-то из них точно здесь были нарушены правила. И, скорее всего, вот на одном из альтернативных капитанов. На Матвее Владимирове, в частности. Юниор сейчас получает мало того, что большинство, так еще и команда берет тайм-аут для того, чтобы обсудить дальнейшие действия. Дмитрий Витальевич, я уверен, сейчас найдет подходящие слова и в плане психологии, ну и, конечно, в плане тактики. Как надо располагаться. Возможно, даже команда прибегнет к тому, чтобы снять вратаря и поиграть в формате 6-4, но это очень взрослый поступок. И игру 6-4 немногие, в принципе-то, и на тренировках отрабатывают. Но пока я вижу, что в пятером едут динамовцы. Не знаю, как у серебряных львов. Да, у них точно 4 игрока. Но сейчас будем внимательно изучать, кто эти игроки. Вот судья сейчас просит что-то поменять. Что или кого? Наверное, тут были заминки с табло. Да, все в порядке. Можно продолжать матч. И опять к крайним нападающим обращается судья. И очень сильно по борту выбрасывает эту шайбу защитник львов. Здесь пришлось и Ладыгину тоже немного подсуетиться. Львы с шайбой. Вот здесь нужно быть также на последних минутах аккуратнее. Особенно с намерениями подольше подержать шайбу около борта, да, ее там и как и коньками замкнуть, и, в принципе, как-то корпусом подержать. За это можно спокойно 2 минуты получить. Порог вхождения такого удаления кратно увеличивается с приближением окончания времени. Ну и самая главная интрига, да, у нас... Сможет ли Динамо юниор забросить, если сейчас вот этот выход 1-0 не получится все-таки у Логинова реализовать. Хотя 22-й номер перспективно убегал. Если бы шайбу не потерял, то мог бы уже и, в принципе, все вопросы о победителе снимать. Хотя 3 минуты остается играть. Мне кажется, даже 2 шайбы вполне было бы реально за это время отыграть. И вновь столкновение двух игроков «Динамо», и это дает время для того, чтобы выйти 1-0 уже хоккеистам львов. И в меньшинстве хозяева себе позволяют вот такие вольности. Но здесь тоже надо забивать. Надо забивать, это может аукнуться. Динамовцы не потеряли шансов на то, чтобы сравнять счет. Ну и Гринько ловит шайбу. Кстати говоря, праворукий голкипер все чаще стал замечать, что чем моложе ребята, да, тем больше вот именно голкиперов, именно праворуких. Это неплохо, это даже, я бы сказал, хорошо, потому что многие нападающие привыкли, что у вратаря там в левой руке ловушка находится. А тут все наоборот. И грубая игра. Вновь хоккеиста «Динамо» юниор. Вновь достается игроку в темной форме. Ну и тут надо подняться. Ну и динамовцы в этом матче уже второй раз совершают грубое нарушение. Вот чем оно будет караться.
давайте смотреть, потому что вот это удаление может похоронить все шансы на то, чтобы команда отыгралась. Я точно видел толчок соперника на борт. Тайм-аута у «Динамо» нет. Тем не менее, пауза была взята, мне кажется, самим Мамоновым для того, чтобы быстро ребятам объяснить, да, как вести себя. 4-4, к слову. У нас «Динамовцы» играли в большинстве, а сейчас они могут... Да даже не могут, они проведут вот практически все оставшееся время как раз вчетвером, и совсем скоро уже будут «Серебряные львы» играть в полном составе. Да и вот, собственно говоря, сейчас-то и должен появиться. Да, вот он, пятый игрок. А «Серебряные львы», да, может быть, не так хорошо реализовывают большинство, но при этом ребята могут, и они уже неоднократно доказывали. Шайба в воротах! Я отрекаюсь от всех своих последующих мыслей, потому что «Динамо» юниор забивает в меньшинстве. Но как такое возможно? И 44-й номер Александр Андреевский дарит шанс своему коллективу на то, что еще не все потеряно. Сейчас рассмотрим. Вот вошел в зону и прямо из-под защитника в девятку попал. Гриньков левым плечом поднимал, да, но мне кажется, слишком низко сел. И как раз это ювелирное попадание Андреевского. 44-й номер прям выверил этот бросок. И последние две минуты третьего периода. На таймере у нас, конечно, чуть вперед время идет. 30 секунд у команд точно есть в запасе. Но вот здесь вот львы разыгрывают. И потеряли они это преимущество. Долгих два периода его удерживали. И вот сейчас вновь у нас равные цифры на табло. Мэн на Викторова. Но все знакомые нам фамилии. Подставление. А мне получается даже в створ, по-моему, шайбу направить. Шайба вылетает из зоны, хотел я сказать. Но она там остается. И бросок-то в итоге будет. Не будет. Валееву не дали его нанести. Здесь тоже ложный замах. И вновь передача в центр. И в касание, мэн! Как же он здесь вовремя проехал. Но не получилось попасть по шайбе. Еще бросок с дальней дистанции. Шайба взмыла вверх. Ладыгин ее отбил прям перпендикулярно, так чтобы она над ним повисла. Ну и как же сейчас напряжены трибуны. Как они кричат. Как они вообще нервничают и переживают за своих ребят. Вот это концовка. И два в одного может получиться атаку динамовцев. Надо отдать передачу, но она не проходит. Однако на этом еще не закончена атака «Динамо». Вот только сейчас можно сказать, что все-таки у нее есть конец. И еще раз в касание. Бросок с дальней дистанции. Звучит сирена. Гринько выполнил последний сейв в рамках основного времени. И на этом все. Давайте с вами ждать продолжения. Еще один небольшой перерыв. Thank you.
Ну и давайте с вами смотреть за дополнительным временем. 5-5. Ну и вот, да, меня все-таки изначально зацепила фраза 5-5. Все-таки в овертайме у нас всегда уже играется, да, 3-3. И сейчас лишних игроков убирают. Ну и давайте с вами смотреть, кто же все-таки остается. Вот у Львов я вижу, что на площадке как минимум есть Логинов. Также в центре с ним Романовский. И в оборонке, по всей видимости, Сорокин. И сразу же выигранное вбрасывание дает преимущество в дистанции Львам. Здесь потерял клюшку один из игроков Динамо. Очень быстро ее поднял. И очень вовремя, что самое главное. Ну и вот здесь достается уже игроку Динамо. Ну и, конечно, тяжело в овертайме удерживать шайбу. Сорокин идет в давление. И щелчок. Ну да, здесь поспокойнее все-таки надо действовать. И вроде бы шайба вылетела, но вот пришло время меняться. Сорокин тоже здесь не сразу увидел, где шайба. Аккуратнее надо отдавать такие передачи. 3-3 больше пространства. Ну и здесь две стороны медали. Одновременно с этим больше места, да, для того, чтобы раскатиться. Ну и цена ошибки возрастает, соответственно, да, с тем количеством игроков, которые отсутствуют у нас на поле. Ну и легче можно будет обкатить и войти в зону. Вот такая передача, причем с отскоком она была. Ладыгин в итоге намертво забрал шайбу, и это... Очень хорошо, что 33 номер ее без отскока здесь зафиксировал. 2-2. А я напомню, что спаситель своей команды это Александр Андреевский, который у нас забросил вторую шайбу Динамо Юниор. Ну и вот сейчас как раз-таки он проходит. Ну и бросок. Шайба попала в 37 номер, по-моему, серебряных львов. Динамовцы уводят снаряд в собственную зону. Тут же поехал в давление Боднев. Ну и это был прессинг ради того, чтобы соперник не расслаблялся. Не получилось пройти. Тем не менее, шайбу вновь Хамидуллин отобрал. Андреевский! Ох, и зря он здесь, конечно, поехал в собственную зону. Хамидуллин вот здесь разрядил обстановку. Посмотрим, 81 номер пройдет или нет. С особым азартом он владеет шайбой. А здесь Гринько сразу отдает. И практически половину-то, вот мне кажется, даже сейчас мы в этом овертайме отыграли. Еще один бросок. Шайба отскакивает. Сок серебряных львов. И там досталось игроку Динамо. Потратил он время на то, чтобы подняться. Сорокин. Отскок. И можно бежать, но видно, что не хватает сил. Сорокин прокатывает в средней зоне. Сам пойдет. Натыкается на игрока Динамо. И вот это падение. И точно будет удаление. Ну вот надо бежать. И выход 1-0. Бросок с неудобной. Где шайба? Гринько спасает, свою команду от того, чтобы уехали ребята всего лишь с одним баллом. Ну, уже как минимум, да, команды получат по одному очку в таблице. Ну вот, кто же заберет все два? Кто забросит эту ключевую шайбу? Причем еще неизвестно, все ли у нас закончится в овертайме или будем ждать с вами буллитов. Сегодня, кстати, был у нас уже один буллит. Напомню, что в первом периоде у нас его выполнял Ильдар Хамидуллин. 81 номер Динамо Юниор. А вот даже, наверное, во втором периоде, да, у нас
Хамидуллин. Да, как раз этот буллит делал. Шайба выходит из зоны львов. Однако что-то мне подсказывает, очень быстро она туда вернется. 4 на 3. Нестандартный розыгрыш. Ну и львам здесь ни в коем случае нельзя расслабляться. Ну и потеряли одного игрока динамовцы. Можно попробовать рискнуть здесь серебряным львам. И еще под себя тоже укладывал эту шайбочку Бондаренко. Там она у него между коньков вот так и не прошмыгнула. Ну и вот с неудобной руки бросок Гринько. Еще добивание. Ну и оглушительный свисток, который останавливает у нас игру. И поднимается 81 номер. Для того, чтобы отдать шайбу судье. Тот едет на вбрасывание. Эх, нельзя сейчас ошибаться на синей линии динамовцам. И вот передача. Нет, броска не будет. За ворот уходит нападающий. И развернулся. Ну и прокатывает, оценивая ситуацию. Сейчас Кардангушев. Еще бросок с острого угла. Выше перекладины шайба пролетела. Ну и попытка уже игрока серебряных львов. Бросок, отскок, добивание. Очень вовремя отработал защитник Динамо. Получится ли пройти? Шайба долетает до Гринько. Ну и на этом тоже заканчивается попытка динамовского игрока. Ровно 10 секунд остается до конца овертайма. И 20 секунд, к слову, до выхода 18 номера серебряных львов. Соответственно, что это у нас значит? Да, у нас буллит не будет пробивать. Ну, 18 номер, это я, наверное, загнул, да? Скорее всего, это 16 номер Султан Валеев. У нас как раз-таки 2 минуты отбывает. И Валеев у нас не будет иметь права для того, чтобы пробивать штрафной бросок. Ну и в итоге не хватило нам ни основного времени, ни дополнительного. Остаются только буллиты, которые сейчас и рассудят две эти команды. Капитаны должны подъехать к судьям, чтобы определить очередность пробития штрафных бросков. Ну и нам с вами остается только подождать. Вот здесь как раз-таки эта процедура и решается. Решает, по всей видимости, игрок СКА «Серебряные львы». Динамовцы, очевидно, в этом случае будут пробивать первые. Всегда, когда есть попытка в запасе, это удобнее. Это спокойнее даже с психологической точки зрения. Нам остается только посмотреть, кто же будет свою первую попытку выполнять. И у нас к шайбе подъехал, уже начал движение Артем Белоусов. Смотрим. Очень-очень медленно здесь подъехал и чуть ли не замедлился окончательно. Судья развел руки. Но Игренько в этой первой схватке выходит победителем. Попытка серебряных львов. Дмитрий Викторов. Тоже еще одна очень-очень заметная фигура в составе своей команды. Викторов. Но чуть побыстрее поехал. Не думаю, что будет замедляться. И бросок. Но здесь и Ладыгин тоже без особых каких-то усилий выручает. Ну и вот, кстати, болельщики-то, которые находятся на одном уровне с камерой, сейчас аплодировали. И камера прям, видели, да, затряслась. Ну и бросок. Да. Шайба в воротах. И забрасывает ее 17 номер. Александр Меджидов. Вторая попытка львов. Надо забивать. Попов. И также обыграл, но в итоге не получилось. Мне кажется, сначала хотел на удобную, а потом перевел наоборот.
на противоположную сторону. Ну и так 83-й номер не смог определиться, как лучше. Бросил мимо ворот. Так, а это у нас Амир Кардандушев. Что он сделает? В итоге вот так остановился. Очень резко поменял направление своего движения. Гринько выручает. Это была последняя попытка динамовцев. Сейчас нужно забивать. Если этого не делает игрок СКА «Серебряные львы», то, соответственно, динамовцы побеждают. И нет, не получается у Логинова бросить. Ну и что у нас? Видимо, по 5 бросков, да? Не по 3. По 5, видимо, бросков с обеих сторон. И с шайбы у нас соприкоснулся 94-й номер «Динамо». Раскачивает, и вот здесь неудобно. И, эх, как все красиво было. Жалко, что реализация подкачала. Федор Пиманов. И его штрафной бросок. Вот интересно, так подсел сейчас. И бросил мимо ворот. Ну, своеобразное исполнение. И не принесло оно ожидаемых результатов. По последнему 5-му броску динамовцы. Это Хамидуллин. Если забивает, то Динамо выиграло. И также убрал, но вот со своего хвата 81-й номер забросить не смог. Соответственно, вот сейчас уже можно будет говорить, что если не забивает у нас Александр Бондаренко, то на этом игра заканчивается. Давайте смотреть. Бондаренко в центр. И бросок аккуратненько тревожит паучка в дальней девятке. Ну и Бондаренко сравнивает счет и дает продолжение этой буллитной серии. Соответственно, очередность у нас меняется, и уже серебряные львы будут сейчас пробивать. Бондаренко, в принципе, может и второй раз. Вот тоже как раз сразу же его обратно выпустили. Второй буллит. Смотрим, Бондаренко, что придумает на этот раз. Также, наверное, будет. И в итоге сам себя переиграл Бондаренко на этот раз. Ладыгин уже, в принципе, мне кажется, знал, куда надо будет передвигаться. Еще одна попытка. Это у нас уже другой игрок. Меджидов. И вот он и ставит точку в этом матче. Он у нас забил первый. Он у нас забил и победный. Ну и все. На этом у нас заканчивается игра. 17-й номер становится главным MVP этого матча. Да, звездой, которая подарила победу своей команде. Ну а я с вами потихоньку прощаюсь. Мое эфирное время подходит к концу. Всем большое спасибо. Для вас работал Миронов Иван. Всем желаю удачи. Пока-пока.